Друзья, здравствуйте! Я нахожусь в детском мире в Харькове, и мы идем сейчас смотреть украинские вышиванки. У нас есть такой магазин, где продаются украинские товары. Называется Франи. Файна фабрика Франи. Маленькая реклама. Украинские вышиванки. Вот, если интересно, идемте со мной вместе, похвастаемся, что у нас есть в Харькове из украинских костюмов национальных и вообще, какие у нас есть красивые платья. Так, заходим в магазин. Вначале посмотрим сувениры, подарки, тарелочки. С харьковской символикой. Немножко за стеклом плохо видно. В общем, при желании можно их здесь купить. Так, ну давайте рассматривать вышиванки. Самое главное. Если кого-то вышиванка не интересует, можно купить футболки с украинской символикой. А сколько стоят футболки? От 380 гривен. Так, смотрите, какой красивый рушник, салфеточки свадебный. 220 гривен цена написана, а салфетки по 40 гривен. Это домашнее кухонное полотенечко. Сколько они стоят? 150 гривен. Ой, какое платье. Ой, какое платье, какие бусы. Ну все, я пропала. Сейчас увижу, буду все рассматривать. Веночек. Сколько такое платье стоит? Платье такое, это на льне, платье стоит 5500. 5500, льняное, натурально. Если кому-то нужно выйти в свет в красивом платье, в украинском, вы теперь знаете, где его купить. Делаем в любом цвете. В любом цвете делают. Вот. Да. А такое 2600. Тоже, видите, бусы красивые. Вот это 1650. 1650. Это серенькие голубые цветы. Красиво как. А то, что покороче, вот оно идет 3500. Такое же короче с колосками. Колоски сейчас в тренде. Колоски сейчас в тренде. Видите, большое было 5. Длинное 5. Сколько вы сказали? 5500. Это 3500. Коротенькое. Тоже льняное, натуральное. Смотрим дальше. Платья для девушек на праздники. Сейчас очень модно на праздники ходить в украинских платьях. Это вот те, что вы смотрели, только они висят на стоечке. Вот видите, а это на манекене. Мы их рассмотрели. Так, дальше вышиванки, рубашки. 1800 ценник висит. Смотрите, какая красивая вышивка. Цены от 850 гривен. Это и до двух, если это на льне. И до двух, если на льне. Вот, это для девочки, да, рубашечка маленькая, смотрю. Размеры разные. Размеры разные есть. Детские платьица, детские костюмчики. Сейчас мы дойдем и до этой стенки. Мы начнем все по чуть-чуть, потихонечку. Вот какая красивая голубая. Спрятана в уголочке, но она очень красивая. Прямо... Такой цвет обычно идет всем, и она очень приятна на ощупь. Очень-очень нежная. Штапель, натуральный штапель. Ой, а вот какая красивая с маками. 1500, да, ценник висит с бусами. Очень приятная. Тоже штапель. Так, вот такая 1100, беленькая. Это 1950. 200, ой, зеленая и желтая. Ой, какие же они красивые. Ну, теперь знаете, где покупать вышиванки. Орнамент привезли из Тернополя. Я раскрываю секреты. Некоторые. Сейчас посмотрим и тернопольский орнамент. Борщевская квитка называется. Называется борщевская квитка. Вот все услышали, зрители. Ой, какая красота. А вот это дерево життя называется. Дерево життя. Ух ты. Дуже гарно. Короче, Харьков с Тернополем дружит. Вот
есть с колоском вышиванки тоже. Вот. Ой, какие колосочки. Очень красивые колосочки. Такие 1100 всего. 1100 всего. Натуральный штапель. Черное с белым, белое черным, какая угодно. Тоже есть. Вот сейчас тренд тоже птички. Какая она красивая, такая нежная. Угу. Очень нежная. Вот есть такие вызывающие, прям вот красные, такие желтые, да. Какие-то вот фейерверк. А есть очень нежные. Это по характеру девушки, наверное. Кто если что нет любит. Какого-то размера, мы отшиваем за неделю привозим. Ага, вот видите как. Мы тут можно под заказ. Сами производители. Если нужен вам размер, вам отошьют. Поэтому можно этим воспользоваться. Все да. под ваш размер. Ой-ой-ой, какая красота. Ой, какие же красивые. Это свадебные. Сейчас модно на второй день свадьбы надевать украинские платья. Обычно в первый день одевают обычное белое свадебное, а на второй день уже такое украинское. Так что вот видите, где можно купить, я вам показываю. Очень красивые белые платья с украинским орнаментом для невест. Пользуйтесь случаем. Платье так снимите панорамно, красиво получится. Сейчас мы снимем платье. Поближе. Так, теперь пошли мужские. И женские с детскими. И для мальчиков, для девочек и полностью мужская. Вот наверху везде там стеночка вот эта. В общем, идет, смотрите, мужские, детские и парные для парней и девушек. Наверное, там одинаковый орнамент, да? Сейчас я ближе подойду. Так, это у нас мальчиковые. Ну, а наверху все мужские, видите? Смотрите, есть мужские сорочки с узором. И такой точно узор есть на женских вышиванках. Вот опять же, это для семейной пары, для праздника, для юбилея, для свадьбы. Вот, подсказываю, где можно купить, если вам нужна такая, такие наряды. Очень красивые мужские сорочки. Сейчас такой цвет модный, да, потому что Зеленский ходит. Такой болотистый цвет, военный, скажем так. Поэтому сейчас модные цветы, футболки. Тоже цены от 850 до 2000. Для мальчика какие красивые. Вот 450 гривен, 700, 550. Для девочек какие платья. Какая красота. Ой, опять желтый. Как же красиво. Я так люблю желтый цвет. Еще, гляньте, какой орнамент для девочки. Да вообще, будет девочка прямо красавица. И вот какой красивый для девочки орнамент. У нас тоже есть такой одеваешь. Детский. Будет куколка, просто куколка. И рябина, вот. Калина. И как это калина, да? Mm-hmm. Калина. Гляньте, 750 гривен. Вот это была можно... борщевская квитка. Женская, это мужская. А, мужская, видите, борщевская квитка. Да. Называется. Вот парная, да, то, что мы говорили. Короче, классно. Можно одеть всю семью очень красиво. Праздник. Какая же красота. Все, друзья, детский мир уже потихоньку работает, открывается. Находится магазин в детском мире на первом этаже слева. Фирма Франи. Вот, приходите, меряйте, покупайте, заказывайте и продвигайте нашу украинскую культуру, наш украинский костюм. Вот, для того, чтобы Украина дальше развивалась. Я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.
и будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч, до свидания, жду вас на моем канале.